День молодежи в Мурманске состоится, но в онлайн-формате. Праздничная программа будет транслироваться 27 июня с 14 до 20 часов в группе объединения молодежных центров во ВКонтакте. Для мурманчан проведут интерактивные игры, розыгрыш подарков по принципу игры «Морской бой», видеоигры и встречу с мультперсонажами в различных локациях. Также зрители ждут творческие мастер-классы и акция «Фотосушка» на тему «Как прекрасен этот мир». С 17 до 20.00 Дом молодежи приглашает на онлайн-квартирник в их официальную группу. В программе также запланированы выступления мурманских музыкантов и стендап-комиков.